Здравствуйте, продолжаем изучать законы Лашон Ара, 69-й день. Разрешено отрицательно отозваться о том, кто словом глубоко ранил другого человека, если это говорят, чтобы успокоить обиженного. Естественно, неприлюдно, да. То есть, когда человек приходит обиженный и жалуется, да, то можно сказать что-то отрицательный отзыв о том, кто его обидел. Боль словесного оскорбления можно уменьшить, сказав, что обидчик не настолько умен и сведущ, чтобы относиться к нему, к его словам серьезно. Сказать просто, ну что ты на него обижаешься? Разве стоит на это обижаться, на такого человека? Позднее важно помочь жертве понять характер и проблемы обидчика, чтобы он научился безболезненно общаться с ним, и такие инциденты больше не повторялись. Приведенный ниже пример показывает, какой стыд придется пережить человеку, проводящему время в собрании легкомысленных, да, то есть в группе людей, которые рассказывают лашон ара, злословие. Группа людей весело проводила время в беседе. Внезапно явилась полиция. Одного из них, человека сомнительной репутации, арестовала по подозрению в каком-то преступлении. На него надели наручники, отвели в участок и приступили к допросу. Обвиняемый все отрицал. Тогда в участок для дачи показаний привели и всех тех, кто с ним общался. Их также подвергли настойчивому и интенсивному допросу, надеясь обнаружить улики, подтверждающие вину арестованного. Конечно, эти люди понимали, что их никто и ни в чем не обвиняет, и все же они очень и очень жалели, что связались с тем подозрительным типом. Держались бы от него подальше, не пришлось бы теперь переживать страх и унижение. В итоге их, само собой, отпустили, но хотя и не причинили никакого ущерба, они твердо решили про себя, что никогда больше не будут иметь дело с тем негодяем. Как же нужно избегать тех, кто злословит и разносит слухи? Если человек чувствует свою слабость и боится, что может оказаться в числе изгоев, он должен сказать себе, мало мне страданий за свои грехи, надо пострадать и за чужую вину. То есть злословие – это такой грех, а человек вообще ему от этого ни горячо, ни холодно, но он за это страдает. Так какой в этом смысл?